Глава 4. Ангкор-Ват. То, что научный мир, оказывается, не знает ничего о прошлом, подтверждают их личные исследования и подтверждают большинство высказанного нами в верхних главах. К примеру, камбоджийские и австралийские археологи с помощью новых технологий обнаружили, что так называемый индуистский храмовый комплекс Ангкор-Ват в Камбодже намного больше, чем считалось ранее. Исследования с помощью лазерного сканирования и георадара всех поразило. Оказалось, что площадь комплекса была не 200 квадратных километров, как считалось раньше, а 3000. Во-первых, до этих исследований знали об этом? Нет, не знали. Во-вторых, ну какой это тогда храмовый комплекс? 3000 квадратных километров. Ребята, это полноценный город. И рассматривая по уцелевшим остаткам, вообще вообразить невозможно, чем таким ужасным такой огромнейший город можно было разнести. Это же строения вечные. Этот большой город поражает всем. Во-первых, без компьютеров это все точно рассчитать, спроектировать и создать 3D-модель современным инженерам явно будет невозможно, пусть сколько ни учатся. Я вижу непревзойденную, великолепную и машинную обработку камня. Но в научных кругах считают, что прошлое не было сказкой. Было все диким и отсталым, и делалось ручным трудом. Я поставлю чуть-чуть на паузу и к людям обращусь. Люди, может быть, вы станете уже давать пощечины тем, кто так говорит? Такие, знаете, чтобы было не сильно больно, но обидно. Обидно человеку, что он говорит «хню». Мы видим по всему уцелевшему периметру, что трудились над массивными блоками. Впечатляют статуи разных размеров. В них мы видим, во-первых, не только идеальную подгонку швов, что для современных мастеров реставрации даже восстановить оказалось невозможным, так и еще на этой полигональной кладке лицо. Как? Помимо больших статуй, средних и маленьких, мы видим, как по всем стенам рисовали барельефы, да еще с кружевами детализированными. Такой объем мастерства и труда – это что-то невообразимое по современным меркам. Нет, дорогие друзья, прошлое было такой сказкой, кто бы вам что ни говорил. По блокам и швам вместе с рисунком трудно представить это. Вначале выкладывалось ли, а потом машинами все барельефы пропиливались, или при добыче камня делалось сразу, а потом строители игрались в тетрис. Это же не то, что невероятно сложно для нашего времени, это просто что-то нереальное. Район Ангкор-Ват устроен сложными гидротехническими системами, состоящими из каналов, рвов и больших водохранилищ, называемых бараи. Я считаю, что это только верхушка комплекса. Любой строитель заявит, что под такое массивное сооружение нужен и массивный фундамент. А что научный мир говорит? К примеру, публикация попалась на глаза, храмы Ангкоры Камбоджа строили на песке. Такое возможно. В которой всерьез научными кругами высказывалось, что этот город построен на грунте. Потом доктор технических наук Ивасаки изучал геотехнические характеристики Ангкора в составе японской правительственной группы в 1994 году. В
своих работах он отметил, геотехнические данные указывают, что грунт едва ли способен выдержать нагрузку от веса конструкций. То есть ученые до 94 года каким-то чудом считали, что вот эта вот махина стоит на Земле. И только после заявления японского ученого высказалась вторая версия. Город построен на спрессованном песке. Ну, то бишь, утрамбованном. Возможно ли такое? Был такой опыт, когда профессиональные строители в 1960 году... Я поставлю на паузу и скажу, да, почему нет, звуком. Я продолжу. Был такой опыт, когда профессиональные строители в 1960 году пытались реконструировать здание, названное храмом Бафуон. И как бы это смешно не звучало, по этому же методу, который навязали историки, мол, стройте так, нам виднее, чем вам, строителям, ведь исторические учебники не могут врать. Высота башни составляет примерно 40 метров, при длине основания около 100 метров. Внутренний материал сооружения – уплотненный песок. Угол крутой насыпи составляет 40 градусов. После того, как была построена первая ступень высотой 5 метров, насыпь разрушилась. Вторая попытка закончилась с тем же результатом. В конце концов, французы отказались от идеи следовать историческим технологиям и использовали бетон вместо песка. Как вам такое?